Добрый день. Меня зовут Глазунова Наталья Николаевна. Я доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры химии и защиты растений Ставропольского государственного аграрного университета. На протяжении последних 12 лет мы сотрудничаем с передовой компанией Сингента. Наша кафедра исследовала новейший фунгицид. Это Elatus Rhea, выпущенный компанией Сингента, в состав которого входят три действующих вещества из двух химических групп. Из группы карбоксамидов он включает в себя салотенол. Из группы триазолов он включает два действующих вещества – это ципроконазол и пропиконазол. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что Elatus Rhea помогает преодолевать стрессовые условия для растений озимой пшеницы. Так, в 2020 году, когда во всем Ставропольском крае мы наблюдали засуху, нами была получена прибавка от 7 до 12 центнеров. В 2021 году, когда условия уже выровнялись и стали лучшими, мы получили прибавку от 5 до 10 центнеров. Из чего мы сможем сделать вывод, что данный фунгицид не просто фунгицид, а помогает преодолевать стресс для растений озимой пшеницы. Хотелось бы отметить еще удивительную особенность у фунгицида Elatus Rhea. При исследовании сроков, мы их исследовали в три срока применения, это в Т1, Т1,5 и Т2. В Т1 и Т2 было двукратное применение фунгицида, а в Т1,5 мы применяли однократно фунгицид Elatus Rhea. Самое удивительное то, что в Т1,5 нами получена максимальная урожайность из всех вариантов. Эффективность данного фунгицида находится на очень высоком уровне. Он защищает от такой микрофлоры, как пиренофорос, септериоз, мучнистая роса, бурая и желтая ржавчина. По степени развития мы отметили от 95 до 96%. По степени распространения от 97 до 99%. Проведенные нам исследования показали, что фунгицид Elatus Rhea обладает высокой биологической эффективностью, продолжительным сроком защитного действия свыше 40 дней, мощным физиологическим эффектом. Все это позволяет реализовать потенциал озимой пшеницы и получить максимальный урожай в поле. Кафедра химии и защиты растений Ставропольского государственного аграрного университета рекомендует применение препарата фунгицида Elatus Rhea для защиты озимой пшеницы с целью получения максимальных урожаев.